Здравствуйте, меня зовут Татьяна Кудрявцева. Я живу в городе Ростове-на-Дону. Занимаюсь художественной росписью. Работаю я в технике двойной мазок. Данная техника характерна для Урало-Сибирской и Тагильской росписи. Возникла она в середине 18 века. Эта техника интересна тем, что на кисточку одновременно набирается две краски, и одним мазком у нас получается такая цветовая растяжка. Мазок получается живой и позволяет в один прием сделать цветок объемный с плавными переходами. Эта техника универсальная, в ней можно расписать яйца, декоративные панно, шкатулки. Современные материалы позволяют расписать все, что попадется под руку. А сегодня нам под руку попался мобильный телефон. А сегодня мы будем расписывать вот этот телефон. Для этого нам потребуются кисти. Будем использовать кисти синтетика со скошенным краем и акриловые краски. На палитру выкладываем два контрастных цвета. Телефон мы распишем цветочной росписью. Сделаем небольшой букетик из цветов с бордовыми листьями. Для этого мы выдавливаем бордовую краску и контрастный светло-зеленый. На длинный конец кисти набираем светло-зеленую краску. Для этого мы ее окунаем примерно под углом 90 градусов. Дальше бордовую. Потом развели на палитре. Движением влево-вправо смешали красочку на кисти. Вот именно поэтому называется эта техника двойной мазок. Сейчас мы будем выполнять листья. Один конец листа мы сделали более светлым, вторую половинку сделаем потемнее. Таким мазком завершим листочек. На данном телефоне мы нарисуем три листа больших, крупных. Потому что один мало, два тоже, но три будет более гармонично смотреться наша роспись. Выполняем следующий. Чуть ниже листочек и чуть меньше по размеру. Слишком много краски не надо набирать, потому что у вас она будет ложиться неравномерно и по краю будут наплывы. Три листочка у нас готовы. Следующим этапом мы будем писать розу. Для этого нам потребуются другие краски. Если краска не очень контрастная, цвета можно подмешать более светлый. По центру выполняем. Иногда краска ложится полупрозрачным мазком. Можно немножко ее подсушить и выполнить повторно. Подождав несколько секунд, мы выполним два вот этих нижних лепестка повторно. У нас краска легла более ровным слоем. Мазки получились яркие, насыщенные. Пока нижние листочки у розы у нас высыхают, мы напишем этим же цветом бутон. Бутон мы разместим в верхнем углу. Теперь набираем еще более светлый розовый цвет и выполняем внутренние листочки у розы. Мы пишем серединку. Набираем еще более
светлый цвет на длинный край кисти, а вовнутрь бордовый потемнее. И последние штрихи мы пишем те, что делают нашу розу похожую на розу. Бутоны розы готовы. Наверное, стоит добавить сюда еще листья. Для этого мы опять набираем бордовый цвет и на край светло-зеленый. Почти готов телефон, но что-то не хватает. Наверное, пишем здесь стрекозу в углу. Для этого нам потребуется более тонкая кисть. Возьмем кисточку потоньше, номер 3. Так, выполняем крылья стрекозы сначала. Крылышки готовы. Теперь нарисуем брюшко. Вот. Стрекоза почти готова. Останется ее потом украсить рельефом. В роспись ввели голубой цвет. В поддержку сделаем мелкие голубые цветочки. Немножко крупновато листочки сделала. Пока краска не высохла акриловая, ее можно, то есть не получившийся элемент, можно просто стереть. Чем хороша акрилокраска? Она водорастворимая, но после высыхания она меняет свои свойства. Водой уже не растворяется. То есть изделие можно мыть. Конечно, не телефон. Уже хорошо. Ну, будет лучше, если мы сделаем оживку тонкой кистью. Для этого нам потребуется белка номер 1. Роспись готова. Теперь мы ее украсим рельефом. Контур мы будем выполнять акрилом. Получается, выдавливаем. Получается вот. И дорисовываем просто все это. Обведем крылья у стрекозы. Глазки можно сделать рельефом. Но я, наверное, пожалуй, все-таки наклею сюда страз. Делаем еще серединку у розы. Акриловый рельеф полностью высыхает в течение 15-20 минут. Поэтому при работе будьте аккуратны. И не смажьте только что выполненную линию. Так можно украсить мелкие цветочки объемными линиями с точками. Ну вот, роспись готова. Теперь останется ее закрепить лаком. Для этого мы будем использовать акрилуретановый лак. После высыхания лака приклеиваем стразы. Для этого мы используем клей специальный для страз. Наносим небольшую капельку в центр цветка. Не бойтесь того, что клей выступает из-под страз, потому что при высыхании он обесцвечивается. В центр голубых цветов мы наклеим более мелкие стразы, подходящие по цвету. Работа закончена. Пробуйте, и у вас все обязательно получится.